Здравствуйте, дорогие мои подписчики, подписчицы и гости моего канала. Я рада вас приветствовать сегодня и приглашаю вместе со мной на мою французскую кухню приготовить быструю, вкусную творожную запеканку с кокосовой стружкой. У меня осталось... И давайте посмотрим, что нам понадобится для этого десерта. Понадобится сахар, молоко, кокосовая стружка, яйца, творог и манка. Замочим манку в молоке и оставим набухать на несколько минут. И за это время пока смешаем все остальные ингредиенты. Форму я уже подготовила, промазала растительным маслом и просыпала манкой. Для начала мы возьмем молоко и отправим в него 5 столовых ложек манки. И оставим так набухать. А в нашу чашу мы отправляем яйца, сахар и все тщательно перемешаем. Отправляем творог в чашу. И теперь отправляем сюда молоко с манкой. Тесто получается вот такое жидкое. И в конце уже добавим кокосовую стружку. Все тщательно перемешаем и отправляем все в чашу, приготовленную заранее. И отправляем нашу запеканку в духовку, разогретую уже до 180 градусов, 30-35 минут до золотой красивой карамельной корочки.